ты главный бог, да? Вот. Он один. Он един. Вот, во-первых. Во-вторых, это не его облик человек. Это, значит, природная сила. Ну, такая сила есть, я этому верю сам. Я, значит, был и коммунистом, окончил высшую партийную школу, но традиционный татарский ислам соблюдал. Татарский ислам от арабского ислама, оно отличается очень сильно. И татарский ислам очень близок к двоеперестию. То есть, значит, вот, старообрядчеству. А их основа обоих тенгрианство. У татарского ислама 65% как минимум, это значит, что все принято там же не только, значит, верить Хазай, Аллах наш, там Тенгре, так, Бог, а в общей традиции главное заключается. Вот, допустим, говорит ислам, Коран, он, значит, и для араба один, и для меня один. Для, значит, вот тот же самый, значит, вот Коран, вот, для всех, значит, вот он Коран. Но Коран – это закон, конституция того времени. Там все правила написаны, как быть, как подойти даже к женщине написано. Так? Дети, значит, кому, значит, вот так относятся, чьи. И дальше, как наказать даже женщину. Я перевод полностью, значит, читал. Я редко, значит, встречаю, значит, чтобы знали, я на татарском языке. На русском языке там по прямой идет. Вот, то есть, это ценнейшая, значит, вот, как говорится, книга. Поэтому она правильно называется, неспослана, значит, вот там Богом, так? Я не против, то, что, значит, вот там говорят, именно Бог написал, значит, вот Коран. Но, значит, вот тогда получается, Бог написал и Тору, и Библию тоже. Коран это, значит, вот продолжение только. Я и те тоже изучал. И место происхождения всех, значит, вот этих, значит, трех религий, иудаизма, христианства, ислама, это Иерусалим. И, значит, вот книги тоже там произошли. Дальше. Мечеть-то первая, значит, не в Саудовской Аравии. Многие представляют, значит, вот это как будто, значит, возникло, но ислам в Мекке или Медине там. Нет, оно произошло в Иерусалиме. И поэтому, значит, есть там храмовая гора, на этой горе первая мечеть Аль-Акса. Аль-Акса мечеть уже, значит, стояла, когда с купцами туда приехал один раз, значит, вот одна поездка всего, пророк Мухаммед, значит, он был, значит, в этой мечети. Уже мечеть тогда была, существовала. От жары он, значит, вот, как говорится, прятался внизу, там есть грот. В этой мечети я там был, значит, спускался туда вниз, и он там отдыхал даже. Татарский ислам, почему я, значит, выделяю татарский ислам? Потому что, значит, вот от арабского ислама татарский ислам, значит, вот, очень сильно отличается. Вот как в христианстве, значит, вот, никак не могли, значит, вот там совместиться, значит, вот там совместимо православие и католицизм. Есть и сами течения, значит, сунниты и шииты, и, значит, насколько, значит, вот там будут, значит, вот долго, как говорится, враждовать между собой, игнорировать друг друга. Коран-то один, пророк Мухаммед один, а эти, значит, вот там по-своему, иранцы, саудиты по-своему, а вот самый цивилизованный, я считаю, татарский ислам, это татарстанский, значит, вот ислам. Обычные традиции я имею в виду. А я уже еще раз повторяюсь. Бог, значит, вот он, Аллах, у нас он назывался раньше тенгрианство Хадай, так, Тенгре,
курса, куда ясса, Аллах не говорят. Вот. А главное, значит, быть обыденной жизни, значит, как, значит, используется, и по каким правилам, значит, живет человек. Вот весь смысл в этом. Допустим, значит, есть четыре, значит, школа в исламе. Это, значит, мы ханафиты. Это Абу Ханифа. Школа Абу Ханифа. Наш, будем говорить, значит, мусульманский, значит, учитель, значит, куда мы относимся? К нашей партии, будем говорить, да? По исламу. Он был перс. Сам иранец. И тут, значит, перевел Коран на иранский язык и сказал, читайте намаз, пожалуйста. А нам сегодня диктует, значит, намаз только должно читать, молитва только на арабском языке. Аллах же не только для арабов. Меня тоже Аллах родил. Вот. Если вот так, значит, пройти дальше, ханафизм. Есть ханафизм, маликизм, шафиизм, ханбализм. Самый, значит, вот, либеральный, значит, вот, более лояльный, значит, вот, маликизм. И... Депутат, хотите свободить? Да? Извините, пожалуйста, присоединиться можно на соавторство к законопроекту? Да? Не совсем удобно. Вас прервал. А почему неудобно? Простите. Почему? Это же закон. Спасибо. Закон-то хороший. Хороший. А тем более друг Шиманов же. Да. Спасибо, доброго. Спасибо. Спасибо. Вам большое спасибо. Спасибо. Так, маликизм. Вот, самый, значит, вот... А малик как переводится? Это... Малик это царь. Царь. Да. Вот, маликиты это, значит, египетские, будем говорить, значит, вот, да? А саудиты, значит, самые строгие. Вот, они, значит, вот, называются ханбалиты. А Северный Кавказ – шафиита. А мы – ханафиты, я сказал. Татарстан. Вроде, значит, вот, все расписано. Ханафизм. Но не только татары, не только Татарстан. И Афганистан – ханафизм. Вот сравните тогда, вы не знающий человек. Татарский ислам и афганский ислам. Есть разница? Наверное. А? Там женщина должна, значит, под паранжой, без мужика не должен, не имеет права выйти на улицу даже. А все одно и то же ханафизм. Я не против, значит, под ислам. Я против фанатизма. Я против, значит, вот жалко мне, значит, вот самих себя взрывают. Почем зря, молодые люди. Да счет с тем сам еще. Сколько человек, значит, вот они, значит, с собой, значит, вот на тот свет. Или, значит, вот там делают, значит, вот нищими, больными, инвалидами. И по экологии тоже там. Из-за незнания. Вот экология, значит, вот мы, значит, вот, как говорится, сами себе, значит, сокращаем, значит, вот, как говорится, продолжительность жизни, здоровье угробим. Вот именно из-за незнания. Вот было тангрианство, первая мировая религия, единобожие. Оно возникло на Алтае. Это писание во всех, значит, вот, произведениях. Есть у Гумилёва. Я этого человека очень сильно уважал, уважаю его труды. Вот. И там написано вполне оформленной, сформировавшейся религии. Раз, значит, сформировавшаяся религия, небесный Бог Тангри, я искал до последнего времени, должно же быть правильно. Библии, Коран, значит, вот там, Тора, Евангелие, и дальше, вот ниже. Было на рунийской письменности, и его ликвидировали. У русских, значит, историков есть у меня книги, не
не одна книга, и в одной книге упоминается о том, что было, значит, трехэтажное здание, библиотека большая в Петербурге, на рунической письменности. У татар она была первой рунической письменности, у тагрианства. Сожгли здание вместе. Я, если, значит, вот там будет необходимость, найду, значит, вот там автора, значит, вот историка, книга, значит, вот оно, значит, есть. И только из-за молитвы, значит, вот, ну, приходит, значит, вот, игнорирует же, значит, другую религию. Вот пришел, значит, вот, как бы, среди коммунизма, религии коммунизма, и долой, давай, значит, вот там православие, ислам, никаких других религий. Вот оно, примерно так, значит, оно и шло. Вот. Оно, значит, вот, как говорится, и так называемые крестовые походы, они, значит, вот, не случайно придуманные. Вот. И я, наконец-то, нашел эти правила. Но не все. И оказалось, самое, значит, вот, как говорится, правдивое, религия справедливая, тангерианство. Тогда, видимо, не научились, значит, вот, обманывать так сильно. Понимаете? Не были виртуозами. Человек там рождается безгрешным. Так? У нас татарский стан тоже безгрешен. Ну, православие трое перестей, все, нет. Первородный грех у него уже. Не успел родиться человек, как он может быть грешен? От счастья родили, что продолжение жизни в тангрианстве вот, пишется, человек рождается свободным, для счастья, безгрешным. И никто не имеет права человека сделать рабом. Если совершит какие-то грехи, ни один человек не может уменьшать грехи человека. Не то, что, значит, вот, списать. Даже написано, значит, вот, папа римский не имеет права уменьшать. Может уменьшиться, написано об этом тоже. Грех твой, значит, ты можешь сам себе, значит, уменьшать осознанно. Исправившись, да, став на истинный путь, ты должен молиться всю жизнь. За эти, значит, вот там хоть даже маленький грех. А остальное полностью списать на том свете только Всевышний может. Так написано. Не мной придумано. Дальше. Очень правильно были, значит, вот там правила. Очень даже правила. Вот, допустим, староверы не курят, не пьют. Ну, вы тоже это не делаете. Татары тоже до войны не пили. Да. Знаете, значит, как это лечение от этой болезни? Очень просто, оказывается. Молодые. Здоровьем, да, наверное. А ты? Будет раньше. Его через алкоголь, через нашего табак уничтожаешь здоровье. Ты же идешь против Бога. Ты против Бога? Нет. Тогда не кури. Ты безбожник, если куришь. Просто же. Вот так. Моя бабушка рассказывала в древности, говорит, если человек курящий, пьющий в деревне, нормальная семья, говорит, даже замуж дочь не отдавала. Правильно. Вот тебе основа. Видишь, какие, значит, вот правила. На территории от Волги до Енисея Россия Расторгуев поет. От Волги до Енисея Россия. Это произошли, это выражение не сегодня, оказывается, это давно. Это, значит, вот, может быть, более 5000 лет раньше. Не было на этой территории рабства. От Волги до, значит, вот, Енисея не было рабства, потому что было тангрианство.
Конгрессово запрещал рабство. Человек не имеет другого человека сделать рабом. А арабский ислам поощряет рабство. Понимаете? Там вот, пользуются рабынями, рабами. А тут видите как? Сегодня неправильно обучают детей. Как будто закономерность. После, значит, вот там первобытного общинного строя обязательно должен прийти рабовладельский. Вот у нас не было рабовладельского. Живем. То, что славян говорят, значит, это слове. Это слово раб. Как может быть, значит, вот южный славян, северный славян, восточный славянин, так, русский славянин еще. То, значит, вот моим знанием, то, что я считал, искал, западная Украина, значит, вот есть славяне. Западная Белоруссия есть славяне. Западная Белоруссия особенно. Где было рабство, где было, значит, вот Греция или Италия древние. А дальше не было... Торговать – одно дело, но держать раба нельзя. Вот видишь, значит, вот какие, значит, вот были правила. Женщина. Вот. У арабов, значит, я уже, значит, не хочу, значит, обижать. Так много у меня друзей, там женщина за человека считается, и ничего не положено. Да. А у нас женщина, значит, как у татарской самой святой. Вот рай для мальчика, для меня, вот стопами мама. Это, значит, вот, дочери, значит, вот сыну, вот стопами мама. Это только у татар, татарской самой. Дальше, только у татарской самой. Посчитай. Цени, дорожи живыми. Не забывай покойных. То есть ходи на кладбище. Татары поэтому возлагают, значит, вот цветы. Как, значит, вот старое православие, татар, трехдневка после смерти, семидневка, сорокадневка, годовщина. Я вот недавно проводил 29-ю годовщину отца. Пусть три человека, ну какую-то, значит, вот молитву, значит, кто-то, значит, пропаждет, но помянуть. Без выпивки, без всего, вот так. А у них даже нет могил. Земляныш, нет? 3 года там назад короля хранили. Его могила безымянная, никто не знает где. Да? У татарского ислама есть мулла, а у арабского ислама нет муллы. Так? У муллы первая задача обучать детей в школе. Не только проповедь мечети. Это второстепенное. Оно называется мектеп. Оно в переводе и сегодня мектеп называется школа. Вот это трехлетка, значит, вот там, где 4 года. Каждая деревня, значит, вот, допустим, если 2 мечети, 2 муллы, так? Вот половина детей, значит, у одного, половина, значит, у другого. А учить, его первая задача была, значит, обучать детям дать образование. У муллы. Потом только проповедь, значит, вот мечеть там, значит, вот и дальше. И всякий ритуал там, наверное, выполняет еще есть там. И как считать, значит, вот там усопших провожать, значит, вот, ну, видите, традиции обычаи. Вот. Именно, значит, вот до революции самый грамотный народ на территории России были татары. Потому что у них хотя бы минимально у всех было 3 класса. 4 класса.
У остальных, ну, кто смог знать, что у них и выше, мог, больше, наверное, было, но не было. Потому что у них учителя не было. А девочек обучала Абустай. Жена Моллы обучала девочек три класса. Вот роль Моллы. А то представляете... У них аятолы есть. Аятола дает установки. Светлые. Это значит, вот я и не представляю, они и сами не верят до конца на это. Мы сегодня им мешаем. Я иногда думаю, зачем мы, значит, вот этим ваххабитам. Я думал сперва 1,5 миллиарда, значит, вот там мусульман, 1 миллион, значит, вот татар, значит, вот татарский сам исповедует, что это им мешает, что ли? Оказывается, значит, вот мешает. Потому что их, значит, вот женщина, их, значит, вот мужчина, их, значит, вот образованные люди говорят, ведь вот Татарстан не ислам, татарский, женщина может сесть за руль, да? Женщина может избираться, по закону женщина защищена, значит, вот половина имущества вот твоя, половина, значит, вот жены, дети, значит, вот то же самое общее. Вот их, значит, вот так мы, оказывается, им показываем дурной пример. Вот, понимаете, вот для чего, оказывается, они неровно дышат. Да. Вот есть вот такие моменты. Поэтому, знаешь, вот. А турецкий такой же сейчас? Сейчас, вот сейчас, спасибо Путину. Благодаря ему, при поддержке, значит, вот там, значит, стороне Шаймиева, мы в Татарстане, вот сейчас открыли. Исламский, значит, вот у нас университет был? Нет. Сейчас академию открыли. Ислама. Сейчас уже, значит, вот выше. Исламский университет, значит, вот оно есть, оно, значит, вот дает. Ну, на уровне, значит, вот там деревенских мул. Там науки нет особой большой. Да? А вот уже где академия, там уже, значит, вот и оно отдельно от Казани, тоже очень правильно. Казань, оно все равно, значит, вот будут, значит, вот, как говорится, короткие юбки, значит, вот, действовать, значит, вот, на будущих религиозных, значит, вот, педагогов, деятелей. Оно не первой, до этого было уже ислам, значит, вот там, бухарского толка оно назывался. Ибн Саттан приезжал, значит, вот, хотел, значит, вот там, чтобы порядки были у нас. В 1922 году это получается. Вот. То, что он приехал, да уехал, значит, вот посланник. Там. Они, не знаю, о чем договаривались, значит, ничего не выполнялось. Вот. Ну, халиф, багдадский халиф, значит, послал своего посланника. И вот там у нас был. Но после этого ничего не поменялось у нас. Ни в обычаи, ни традиции, ни в чем. Вот, как оно было у нас до этого, это ведь 1922 год, а 700-й год у нас оно было уже. Три религии. Ислам татарский, вот, старый православие, не раб Божий, а дети Божьи, сыновья. Оно называлось у нас. Вот говорят, слава, значит, вот там КПСС. Раб КПСС. Слава Богу. Раб Божий. Правильно. Не знаю. Перевод-то другого нет. Я искал. Может, значит, кто-то, значит, вот там больше знает, значит, я с удовольствием согласен, значит. Но нам обязательно надо, значит, вот каким-то образом именно, значит, вот, учить вот эти, значит, вот, как говорится, моменты, навыки, и в итоге прийти к взаимоуважению. Говорим сейчас, очень приятно мне слышать, значит, вот, многие говорят, Бог един. Человек тоже един. Мы
говорится, прошлое, значит, вот, да? Злые люди, их, значит, отличают, значит, вот, друг от друга, значит, вот, как говорится, вот, по своим интересам там. Ни по лицу, ни по уму, ни по другому, ни по третьему. Корость. Выгоду получить на его счастье. Я же говорю, вот, значит, вот что делить, значит, вот, Ислам Дали, пророк Дали. Саус Карант.